Предметный рейтинг US World University Rankings by Subject 2020 года были включены три новые дисциплины – нефтяная промышленность, геология и геофизика, по которым составляется рейтинг 100 лучших вузов. Казанский федеральный университет вошел в топ-70 предметного рейтинга QS «Нефтяная промышленность», заняв 66-е место. QS, там четыре составляющие. Это академическая репутация, потом идет репутация работодателей. И вот сразу хотел сказать по академической репутации, благодаря той программе, которая у нас есть совместной с Imperial College, которая поддерживается компанией BP и компанией Роснефть, то есть мы на втором месте в России. Именно по академической репутации. Дальше идет репутация работодателей, публикованные статьи за последние 5 лет, но считается с это прошлого года, цитирование Хирш. В основном рейтинге представлены вузы, выпускающие намного больше специалистов нефтегазового профиля, чем КФУ. Несмотря на это, Казанский федеральный университет не отстает от других вузов. Университет осуществляет широкое международное сотрудничество, проводит различные научные исследования не только с российскими, но и с зарубежными коллегами. Институт нефтегазовых технологий, вот это то направление, благодаря которому мы получили международное призвание, он фактически начал, то есть был образован в 2013-2014 годах. То есть и за этот такой небольшой период, за 7-8 лет, получить этот результат, это, ну скажем, с моей точки зрения, это серьезное достижение. Предметный рейтинг включает в себя 76 университетов мира, в том числе 5 российских. То, что наш университет попал в, ну скажем так, в 70 ведущих мировых организаций, кто занимается вопросами нефтяных технологий, нефтяных инженерий, это большое достижение и свидетельство тому, что наша стратегия и наши лаборатории и наши образовательные программы, они соответствуют самым высоким мировым требованиям. Ранее Казанский федеральный университет улучшил свои позиции и в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings. КФУ поднялся на 22 пункта и занял 370-ю позицию. Также Казанский федеральный университет вошел в сотню лучших вузов мира предметного рейтинга Times Higher Education 2020 «Образование». Вуз занял 94-ю позицию против прошлогоднего показателя, где университет располагался в группе 101-125. КФУ не только поднялся в предметном рейтинге образования, но и стал лидером среди российских вузов. Камиль Гемоздинов, Лилия Талипова, Ленардо Валетьяров, Универньюз.